Мы продолжаем цикл очерков о жителях рабочих профессий. Сегодня герой нашей рубрики «Лица труда» – слесарь-ремонтник Ямал-спеццентра Владимир Решетило. С ним встретился мой коллега Станислав Лельхов. За этим шлифовальным станком Владимир Решетило снимает фаску. Работа тонкая, можно сказать, даже ювелирная. Все детали в его руках – это основа нефтепромыслового оборудования, от исправности которого зависит бесперебойная добыча углеводородов. А любовь к мелким деталям у Владимира началась еще в детстве. Мальчишкой он любил собирать конструкторы и машины на пульте управления. В советское время это была большая редкость. Я занимался и рисованием, потом скульптурой, потом перешел дальше на конструкторы, делал там действия автомобилей, которые на пультах управления, все. И вот оно пошло. Так мне эта механика понравилась. Владимир родом из Полтавской области. В начале 90-х приехал с родителями на север. Тогда тут вообще лужи были нефтяные по городу, деревяшки одни тут. Когда заехал, вот первые капиталки строились, где вот бывший военкомат, дом стоял. Ну, вообще тут почти песок везде. Так сказать, и города, и не было толком. А сейчас тут вообще не узнать, и уезжать не хочется никуда отсюда. После армии Владимир несколько лет работал на газоперерабатывающем заводе. И вот уже 10 лет ремонтирует насосно-компрессорное оборудование в Ямал-спеццентре. У нас сложные компрессора газовые на ГКСке, на Итайпуре также. И также Шлюмберже занимаемся. Насосные установки горизонтальные есть, так отдельно целенаправленные сложные моменты, где нам требуется именно профессионализм в том, что надо правильно делать замеры узлов, деталей. Вот. И потом также, чем занимаемся, делаем сборку. Когда сделаем сборку, это на это особое внимание, потому что там малейшая неточность и все. Оборудование очень дорогое, многомиллионное. Коллеги ценят Владимира не только за профессионализм. Его называют еще и человеком целеустремленным и ответственным. Профессионал с большой буквы. Вот, очень разносторонний человек. С большим опытом работы, да, в нефтяной промышленности, в газовой промышленности. Очень такой пунктуальный, очень всегда работу свою доводит до логического конца, пользуется уважением в коллективе. Чтобы быть профессионалом, нужно постоянно повышать мастерство и изучать новые направления в работе, уверен Владимир. А тот, кто знает и любит свое дело и каждое утро с удовольствием ходит на работу, может быть уверен, что сделал в жизни правильный выбор. Станислав Лельхов, Виталий Сидняев, новости Муравленко.